Приветствую вас, друзья, на нашем семейном канале. Сегодня мы с моей помощницей решили скупиться и заказать пиццу. Да, мы сами любим готовить и готовим, но иногда не успеваешь по работе. Иногда покупаем опять аппетитную, вкусную пиццу. Подскупила продуктов. Сейчас еду за пиццей. И домой. Самое, что очень сильно радует, что не несешь его в руках. Нет усталости. И она мне очень сильно помогает. Моя бджелочка. Здесь мы заказываем пиццу. Ассортимент большой. Ее еще называют буфетная. У нас в Харькове. Очень славится своим вкусом, насыщенностью и сочностью. Ну, есть что выбрать на любителя и вкуса. Все, наша пицца готова. Забираем и домой, пока горячая. Ну вот мы уже и дома. Бегом надо домой, пока пицца не остыла. Вот так она выглядит. Она уже нарезана на кусочки. У меня слюнки потекли. Очень сильно любим фирменную. Курица, грибы, ветчина и сверху плавленый сыр. Аппетитная. Снимаем пробу нашей пиццы. И толщина. Начинка хорошенькая. Очень вкусненько, сочно, аппетитная пицца. И томатный сок с солью. Я думаю, ужин удался на славу. Друзья, большое вам спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. И будет вам счастье. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Ох, и аппетитная.